Они никогда не узнают взрослой жизни. Они остались маленькими навечно. День памяти детей, жертв войны на Донбассе, утвердили в прошлом году. И в этот раз на площади 30-летия Победы в Ульяновске собрались общественные деятели, волонтеры, аппарат правительства. Все они возложили цветы к монументу «Дети войны». Самые незащищенные в столкновениях боевых – это именно дети. Вот. И, на мой взгляд, те дети, которые погибли в этот во времена специальной военной операции, это те, о ком нужно постоянно помнить, потому что утраты детей, я сам потерял сына и знаю, что это такое, это для родителей очень самая тяжкая потеря, которая не исправится ничем. Тихо, без лишних слов. Зажгли лампады в память сотен ребят, убитых фашистами. 9 лет преступлений, издевательств над мирным населением. Этого никогда не забыть и не простить. К сожалению, уже только в Донецкой Народной Республике погибло более 200 ребятишек. Только 68 ребят погибли за время действия украинских войск, порядка 68 человек. В Луганской Народной Республике тоже есть очень серьезные жертвы среди детского населения. После возложения цветов все присутствующие взяли по белой атласной ленточке. Далее повязали их на березу в честь памяти невинных жертв. Виктория Чиркова, Геннадий Бухтаяров. Улправда ТВ.